друзья. Я рад вас всех приветствовать на третьем этапе чемпионата Краснодарского края, станица Старая Минской. С вами Константин, канал СКРД. И мы уже пропустили с вами стандарт. Стандарта не будет, там особо ничего интересного. О, там Димон машет. Вот, вот видите, на фоне какой я выбрал, да, заставочки. Теперь, да будет... Знаешь, на фоне чего выбрать. Да будет всем известно, наша красная бывшая уже, теперь Димона. Димон тут уже приложил немножко руки, теперь название... Немножко. Не, на машину похоже стало. Где, в каком месте? Ну вот смотри, наклеечка. Да. В общем, красная без особых изменений, единственное, поменялись этот масса водителя. В общем, экипаж Симбы, только теперь Олег штурман, а Димон в руле. Поменял. Покажи хоть, что ты там, блядь, сделал. Писюнчик. Писюнчик, да, писюнчик сделал. А кто искал тракториста? Подойдите сюда. Вот, то есть осталось все то же самое. Поменял бачки, большего объема сделал. Ресивер переделал. Перенес и сделал выхлоп, да, был же здесь. Долгожданный тахометр. А, тахометр. Ну, так же, как все. Спартанские условия, но тем не менее. Тахометр, не знаю, зачем тебе тахометр? Вот просто и зачем? Знаешь, настройка машины. А, по... все, я понял. Видео. То есть и больше как... в гонке смотришь на какой иди передачу. Никогда вообще не смотрю. Прям мне так нравится. Смотри, черненький, видишь? Хера. Смотри, сейчас. Чик. Мы почти Субару, короче. Ну, якорь переделали. Ну, якорь в целом, да, просто то же самое. Домики перевалили полностью все. А, да, амортизаторы. Как будто ниже на что? А, так у вас колесо спущено очень сильно. Знаешь, сколько давления? Сколько? Почти 0,8. А почему так? Мы переделали. 0,5 сделали, как себе понял. И там вот... Техпарк быстро обойду, покажу. Это вот Сюслабинская УАЗик, который был полностью с завода уже на номерах. Да, сделали ему резину, поставили, вкатили крышки РБТР, хардблоки, а что не у меня купили? Ну, машина новая, то есть вторая гонка вообще. Доработали пацаны и подвеску поставили, смотрю сразу лифтованную и какой-то проставочка интересная. Так что, это Сусть-Лабинска. Прикольно у вас, симпатичный. Так, борода, вет, здесь Адыгея. Еще покажу сейчас машину одну, но там много людей. Так, это категория стандарт. Ехали нормально, сказали, все хорошо у них. Единственное, где-то иномарка под Джерик перевернулась. Ну, в принципе, ничего. Эта машина получается вместо зебры, которая перевернулась на том этапе, помните, да, видео? Будет ссылочка наверху, можете кликнуть, посмотреть. Вот и Сашка. Собственно, здесь машина молния. Красная, спортивная. Тоже сильно доработанная. На каркасе. Все облегченное. Хороший мотор, прикольная резина, но Саше она не нравится. В общем, будем сегодня смотреть, как поедет. Анапа здесь, пацаны. Вот, здравствуйте, здравствуйте. Че, как трасса, ходили? Отлично, мы участвовали в стандарте. Да, и че, как, закончили? Закончили. Своим ходом вернулись. Привет всем. Место, еще. Все, я понял. Как трасса, дорога? Отлично. Макс обещал воды, вода есть. Вода есть, все. Ну? Главное, покатались. Хорошо, пойду дальше. Целые, живые, здоровые. Все, это самое главное. В про не поедете? Нет. Тяжело будет, да, там? Нет, мы не готовы. А, все, я понял. Хорошо. О, УАЗики. Как много и как сразу. Здравствуйте. Ничего себе, на каких-то модных парках они тут. Даже ради вас выйдем. Ради нас выйдете? Здравствуйте. С якорем. Да. Это у нас категория туризм лайт. И сегодня я покажу машины. Да, я иду. Смотрите, вот это вот пацан хотел себе наклейку. Сделал размер. Реклама. Во, отлично. Специально для Юры нарисовал с УАЗиком. Тут у меня Нива была. Сделал с УАЗиком. Ну вот, пожалуйста. Наклеечки, да,
как-нибудь сделаю. Я уже увидел. Увидел. Че, как настрой? Все супер. Как трасса, обходили? Нет, еще пока. А, не обходили. Все, надо будет туда пройтись, посмотреть. Так куда ты ушел? Показывай. Категория стандарт. Экипаж опасный. КПП. Настолько мощный. И тросик гада, ручной, всем советую. Отлично. Тема здравая. Правда, неудобно рулить. Ну да. Все, ну, ты ж доехал, Влад? А, не слышит. Доехал. Я знаю, что доехал. Экипаж опасный. Так, тут Умка у нас затесался. Продолжу. Это у нас все туризм лайт получается. Усть-Лабинские пацаны. Ну, здесь как бы все на дорого-богато. На шестнаре, на пневмоблокировках. А здесь уже чуть там камень сзади стоит. И спереди преднатяг, по-моему, у Арута. В общем, пацаны уже затарились новыми колесами, чтобы по регламенту проходить. Там до 32-х нужно. Здесь Ванду поставил, Давид себе купил CST 32 на 16 диске. Здесь то, что подстертые, почти проходят, тоже сделали. Поставили пневмы, поставили лебедку назад. Не было, это вот Илюха машина на 34-х, которая колеса была на тракторах, когда мы с белгородскими катались. Ну, голда у него стоит сзади на площадке, на пневмороспуске, в общем... Тоже неплохо. Ну и сегодня будут с УАЗиками, с Адыгей бодаться конкретно. И вот еще один представитель с Усть-Лабинска, тоже категория Туризм Лайт. А Манас на прошлом этапе мы сделали замечание, что у него были обрезаны фартуки. А сделал фары. Так что все по регламенту, все проходит. Хорошо служит машина. Категория стандарт сегодня пропустили мы. Ну и пацаны сейчас поедут после эвакуации стандарт про. А я вам хочу показать вот сегодня Паджерик. Не помню откуда экипаж, но сделали в категории стандарт на пыльном участке, где никто не думал, что они перевернутся. Они сделали уши, причем ну нормально так. Итак, друзья, категория Стандарт Про. Крайне необычный представитель с колесами сзади. Что это такое, Артурик? Это было прикольно. Ну, резина, конечно, лысая. Да, кыш затроил после воды. Очень скользко. Мачете кущевская. Дымит. И там еще один могильничек. Сейчас тоже туда пойдем. Машины, вся целенькая, пока еще доработанная, хорошо. О, прыжочек. Mm-hmm.
мощный влет в воду. Троит. Троит. Леха, красавчик! Не, нормально, тачка отличная. Это просто из-за водички. Так, там какое-то тоже препятствие. Разворот. И потом дальше трасса сухая. Вон обгон был. Хороший обгон по пыли. Обогнали пикап китайский. Great Wall, наверное, да, это что? Чижик аккуратничает. Игорек за рулем. Бочком заходит. Класс, класс. Отличный грунт. То, что надо для гонки. Так. Александр Коляга за рулем. Очень плохо по воде. Кыш обгоняет. Второй круг. Есть проблемы по воде. Опять по воде. О, пробило. И получается много зебры здесь деталей на этой машине, поэтому зебры сегодня нету. Но будут обе ездить. Так, но с водой опять проблемки. Ой-ой-ой. Очередной экипаж Веном. Веном это у нас Павловская. Олег в руле тоже аккуратно. Поехал. Нормально. Лютый врыв в лужу. Это, по-моему, автомобиль Енот. Нет, не Енот, не Енот. Это Серега. Black Hunter, Серега, Усть-Лабинск. Ой, как хорошо грибанул. Блин, мощный УАЗик у него. Ох, красиво! Много экипажей в категории Стандарт Про. Серега Охотник, бочком. Ну, отлично шьет, звук приятный. Так, и тут у нас накал. Три машины. У пикапа очень плохой зацеп на этом грунте. И чуть не вылетел за трассу. Усть-Лабинский новый УАЗ. Леха Бой, хорош! Ай, молодец! А вот и Лютый Женя! Леха, если б газ не сбросил, очень круто бы обошел. У вас все четыре отрыв. Хо-хо-хо! Леша, молодец! Как это было круто, ребята! Догонит, догонит Леха по сухому. Там большой сухой отрывок сейчас будет. Леха точно догонит. Там пыльный, видите, какой участок. Я не стал там снимать, там ничего не видно было бы. Как Леша тут хорошо за... А ты опять устал. Да я уже грязный. Да я тоже. Велес.
Вот именно вот спокойненько, молодец. А ну, Владик, да, как хорошо ехали? Бля, Леха, бля. Итак, Чижик и Николай из Староминской. Ой, какой звук, час выхлопной. Ну хорошо, на колхозах едет, хорошо. Красавчик. Давай, давай. Красиво. Так, это Рамис, Ремзона. Они же готовят и зебру, и вот молнию тоже готовили эти пацаны. Борьба. Сережа, Black Hunter и красный Веном. По-моему, обогнал. И еще пацаны, которых я назвал Франкенштейн. Адыгея, Миша в руле. Тоже громко. Вот это вот борьба трех мощных. Очень круто. Вот это очень хороший поворот. Вот это прям спринт, да, мокрый, грязный. Ой-ой-ой. Аккуратно, тяжело ему на этой резине, но едет, едет нормально, в своем темпе. Аккуратно Игорек прошел на тоненького. Зачем тормоз? Зря Серега нажал. А хорошо шел. Так, Веном в борьбе теряет передний бампер. Ой-ой-ой, сколько их, смотрите. Франкенштейн, Веном. Адыгея, Афонин, удар, есть. Леха, Леха. Потеряли белый УАЗик. И Лютый обошел Леху, то есть где-то что-то был какой-то момент, где остался белый УАЗик, и Лютый обошел Леху, видимо, помешал. О! Азика нет. Шаман с хорошим темпом догоняет всех.
Николай. Горячий ключ, неплохо приложились где-то, но мотор себя чувствует отлично. Чижик. Аккуратненько. Аккумулятор. Аккуратно, аккуратно ходи. А то хрен знает, куда он поедет. Завелся шаман. Сегодня очень все достойно едут. Серега, Фокс 4x4. Отличный темп, УАЗик очень круто едет. Хорошо. Great Wall. Лютый, Лютый идет на первое. Будет прыжок! Ой, как он его подтолкнул, блин! Вот это он подсадил Мишаню. Узкая трасса местами. Лехе очень плохо. Леха без лобового. Глаза засорил. Надо очки еще одевать иногда. Без очков очень плохо. Хорошо. Так, а тут местечко-то интересное. А чё? У белого УАЗика нового гидрач отрыгнул, сказали пацаны. Сашка. А у Сашки что-то с коленвалом, да, тачка? Он сел, затроил и все. А что? Воды нет? Сцепление сожгли. Так может выбило вилку вот эту, согнуло и все. Короче, заводится, не едет. Газует. Леха.
Опять воды боится машина, боится! Надо с этим что-то делать, уже какой круг. Но главное, никто не тронул пока красную молнию. Кущевка стоит, села конкретно, то есть получается она висит и на спереди, и сзади. Остальные все едут неплохо. Так делать не нужно. Не бегайте по трассе, не бегайте. Опасно, штурман стоит. Игорек тоже подтраивает. Не попал, скорость как будто. Нет, все, заглох. Ой, как хорошо он траекторию занял. Неплохо, неплохо. Эри, давай сюда. Завелся. Это будет интересно. Все, резины нет. Нет резины. Смотрите, что делает. Все помогают друг другу. Так, ну Коля, только доставать кущевку. Так, сейчас будут Лютого сюда двигать с УАЗиком. Леха хочет достать пикап. Если Леха достанет пикап, то Леху тоже должны будут пропустить, но пока отказываются. То есть достает Лютого. Тогда Коля уезжает первый. Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-ой-ой-ой-ой-ой! Все! Бочины не будет у Нивы больше. Упирается УАЗик в Ниву, Ниву не смогли достать. Идет контакт. Не, без вариантов. Сейчас будет дружная работа. Все стоят, общаются. И оба. Побежали. Коля первый. Mm-hmm.
Нормально выйдет, давай! Резина хорошая. Так, Лютого вперед буду двигать. Морды нету! Порвал только что! Игорек молодец! Назад, если сюда и выскочит. Да. Вот он, опытный. Мужчина! Проблема охотника. Тоже машина съехала и не завелась. Так, Адыгея, Миша, Колышек, Фил. Резиной в резину, все, порвал. Порвал машину. Как бы участников уже нет, но и проезда тоже нет, так что я думаю. А теперь массовое фото. Сашку не видно, Сашку не видно. Во, 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 во. Во. Отлично, отлично. Как всегда, могильничек в Староминской имеется. Но ты хоть не помиг. Давай, 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 отходи. Там сделай Мишу. Ай! Называется с одной команды люди, да? Вот одна команда. Он за победой. Я в этом всем вижу только один плюс, что ты не помял красную. Я видел, как пацаны хотели проехать, и такой, нет. Лег у них на пути, сказал, не дам. Не помещается, это дисквал. Не, ну, пускай. Так, категория стандарт про откатала. Достают машины. Эвакуацию. Кущевку достали, ну, всех уже подоставали, вот и Адыгею, Мишу достали.
В общем, сейчас трассу переделают и ждем мощный сегодня туризм лайт. Погода у нас сегодня опять портится, скорее всего, сейчас опять дождь пойдет. Ну, как бы это по барабану абсолютно. Ждем гонку. Мне очень интересно сегодня, как красная подъедет, когда в руле Димон, а не Костя. То есть новый владелец по-другому будет ехать. И интересно, как поедут пацаны адлерские. Прям там будет жесткая заруба, УАЗик или Нива. За кого ты, пиши в комментариях обязательно. Что сильнее, УАЗик или Нива? Сегодня Туризм Лайт точно покажет, кто из них. Эвакуируем молнию, пропало сцепление, вообще новое сцепление, машина только собрана, не работает. Так, жеребьевочка, Давид из Адлера с собой целую команду операторов привел. У Барагоза скупая слеза, что они там... Когда-нибудь, да. Сколько у них там? 5-6 камер, сколько, да? Прикинь, сколько это монтировать? Какие 3? Нет, там больше, по-моему. 3 человека? А, 4. Ты этот... Какой? Все хорошо, сейчас будем драться. 6. Нива 83 Адлер. Сколько ты сегодня операторов с собой притащил? 4-5. Программисты, операторы. 3 дрона, 4... 4 магнитофона. 4 магнитофона. Короче, видео будет мощное, короче, нам можно не монтировать. Да. Да, нам можно не монтировать, все на тебя, ссылки все кидаем и все. Нет, да? Видео будет качественное, чисто, мы сделаем чисто нашу категорию. Вы снимете, как всегда, всех и красиво. О, пацаны, молодцы. Это все, кто за камером, за кадром, все знакомьте. Канал «Пацаны» приехали к нам из Курска, за что им отдельное спасибо. Курск? Я хочу обратить ваше внимание, что у нас, благодаря Александру, который пока занят, появились небольшие трибуны. И таких секций на разных трассах будет несколько, видите? То есть здесь шоу-точка будет, две лужи, и люди смотрят. Круто, очень круто. Обход. Туризм лайт. И Нива открытая. Так, борода первый. А можно и лечь. Я буду бегать. Ой, хорошая, там тоже грязь. Вот она, заруба. Трасса. Это что же? Остап заходит по диагонали. А, уперся. Все. Ой, хорош. Дебютант, Илюха. Адлерский экипаж. Борода зацепился. Абуазик. Можно порваться. Да. Орут. Вторая гонка, поменял колеса на новой резине. Ну, прошел. Лебедись. Берет по диагоналке. Ой, хорош. А, помешал, Илюха, помешал.
Был шанс, был шанс. Давай, давай. Ай да красавчик. Юрка. Тих. Я ему наклейки, он меня давит. Да ладно. Да ладно. Ну срезали уже, срезали. И вот они, силовики Адлера. Ой. Это был звук якоря, если что. Почти все нивы на шестнаре. Почти все нивы. Орут на шестнаре, дава на шестнаре. Красная Суслобинска. Ой, как не надо было так. По диагонали надо немножечко. Чуть-чуть диагональ. Ну, у него бампер. Лебедка, 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 лебедка! Что делать? Не надо, не надо, не поедет она так. С такого угла уже не поедет. Может поедет? Нет, не тронет, надо сразу. Так, ну первый раз пацаны едут, так что нормально. Вот тут раскопают ямку, тоже будут тяжело заезжать. УАЗы. Хороший лифт, маленькие колесики. Ну, шанс есть. Военные мосты. Очень мощный якорь, широкий. Долго, долго, дай. Долго, долго, наверное, Гали подскажет. В этом проблеме. Ой, отходи, дружище. По новой траектории в большой угол. Отлично, Давид выехал, ну, с помощью лебедки. Ух, какой, какой штурман. Остап на второй круг приезжает. Неужели он все проехал сам? Это очень быстро, ребята. И орут здесь. Неужели они все ямы сами проехали? Орут попытался объехать бороду, но не получилось. Воткнулся УАЗ. Все УАЗы воткнулись. Орут! А, блин, занял. Так, заняли все траектории. Вет. Илюха и псих. Все по второму кругу, вет первый. Еще красной нивы не видим. Аккуратно. Борода выехал. Нет, борода вон стоит. Так. Хорошее место, казалось бы. Казалось бы. Орут хорошо встал. Сразу морду выскочил. Это нормально. Так, вет занимает за бородой. Сегодня, походу, машина его все-таки пострадает. И подъезжает Манас. Вет занял. Черная молния. Так, УАЗики повтыкались, все. За ним... Битва лебедок, ребят. Битва лебедок.
Так, Остап прорвался. Еще чуть-чуть. Борода выходит. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это было мощно. Орут. Да, стоят, долго ждут. Эх, своим не получилось. Все, и поехали. Отличное место, но надо идти дальше снимать. Да, УАЗик своим ходом. Отлично. Монас. А там УАЗик тоже мешает. А почему никто не отъезжает? Да куда назад? Там что-то зацепилось. Илюха, молодец. Если б не вет, он бы сейчас перевернулся. Манас тоже заехал. Красавчики. Какие сильные сегодня у нас туристы. Илюха. Рвет машину, не надо так. Лебедка, определенно лебедка. Хорош. Самурай занимает. Сзади электроблокировка, принудительно. Вот это было хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп. Что такое? Опять кардан? Порвал? Хап? Ты что делать будешь? А, ты проверял? Нет, я отключил. А, отключил. На трех получается поедешь? Или только задний? На жопе. Воля к победе. Так, Остап на трех колесах. Тут непонятно, вроде тоже крутится, но присел прям в колею плотненько. Илюха, все нормально, восьмиклапанный движок, вет тоже восьмиклапанный. В следующий раз лево самое бери, лево самое, в следующий раз. А вот УАЗику тут тяжело, видите? Он встает просто. Получается, морда и передок сразу висит. Они вы там проходят. У Манаса морды нету. Порвал, походу. Ну,
там стоят. Там проблемки какие-то. Так, в целом все выезжают. Комп — это самурай, проблемы со сцеплением. Ай-яй-яй-яй-яй, что творит? Красавчик! Ну, как и сказал организатор, мы здесь пешком проходили, говорим, добавь водички. Он говорит, не, пацаны, здесь водичка не нужна, здесь и так все хорошо. Казался прав. Разместили здесь нормально. Подстраивает машина. Прилип, все. Здесь пытаются. Смотрите, какая наклеечка у него. Так, кто-то там прилег. А кто там прилег? А это борода. Саня может. А, и оба не выехали. Заклинило, закусило трос. Проезжай, проезжай, проезжай. Не, надо проезжать, чтобы место другому было. Отпусти, отпусти, Илюха, отпусти меня, слушай. Надо было заехать, а потом. Ну, пацаны, первый раз. Да, пока теряются, ничего страшного. Научатся. Видите, ну дал все равно там. Борода, все, поставили. А Рут не по своей траектории встал. Не, Нива не проезжает там своим ходом. Подтраивает у Давида. Борода после переворота поехал. Штурман в шоке. Похоронил якорь. Арут поехал. Давид троит и закопал якорь. Не может дальше. Все, конец троса. Там проезжают без проблем. А у пацанов ни хера нет. Хотя бы сорвались с места.
это, если не дотянем до того, выбирали. Да. Может быть. Нормально. А Рутик катается, все хорошо у него. Колеса, колеса, колеса. Да он, походу, первый раз, не знаю. Колесами помогай назад. Борода. Не, ну это... Пустой угол, да, нормально. Пустой угол, нормально, да. Ну что, ребята, я хочу сказать. Середина гонки, и Нивы адлерские уверенно лидируют. Один УАЗик порвали. Пацаны едут. Да, Давид тоже немножко подушатал. Кстати, красной нету у Слабинской, Манаса нету. Наверное, все там. Пойду. Ну, все остальные едут, значит, что-то, видимо, проблемы. Сейчас пойду искать. Так, а вот, собственно, и черная молния. Я только сказал, что нету. Вот он, ох. Дворники не работают. Поэтому все, лобовое вышло из чата. Орут нормально. Давид зачем-то в свое место же и ныряет. Ой, Манас воткнулся, а Давид выехал сам своим ходом. Ничего себе. Орут. Не, все, ой, как все. А, он в колею УАЗика упал. Да. Я понял, в чем успех. В желтой лампочке. Как у Нургали. Ну, псих едет хорошо. Юра молодец. Идет нормально. Остальные все лебедятся. Кстати, Арут тоже встал, прям прилип плотненько. Здесь у нас аккуратненько едет Борода. Не торопится. У красной Нивы из Усть-Лабинска, который Fox 4x4, лопнула раздатка, пацаны сошли. Почесался немножко об Манаса, поправил новую ему фартук, который они только приварили. И поехал. Нормально. Так, ору заглох. Ай, Виталик поцарапал новую машину. Дава! Правильно, молодец. Шаришь. Не хочет бить! Не хочет бить! А вправо только лебедится! Не захотел! Виталик ударился! Не, он между ними пролезет! По ним. Вот. Где? Спереди только.
ехать, надо ехать. Давид мешает. Ладно, пойду спрошу, что там у адлерских наших друзей. Что у вас случилось? Да этот трос слетел, под лифт залетел. Трос чего, ГРМ типа? Ой. Ребёнка. А, ушел туда? Ой. По-моему, порвал. У него после леса, у Илюхи была проблема. У него корпус переднего дифференциала раскололся, потому что у него 100% стояло. Но сейчас у него там блока, пневма. Во-во-во, молодец. Да, передний редуктор рассыпался. У пацанов трос сорвался под машиной. Не могут достать, зажало об колею. Ну, Илюха выехал. Морда вообще не работает. Проблема, то что здесь якоря хоронятся раз-два. А вот вет, блин, не увидели там. Ну, царапина такая имеется. Ну, пытается. Молодец, Давид. Выиграл позицию. Молодец. Юра сразу за ним. Хорошо идут. Юра, наверное, первый будет сегодня. Висит. Затяни лучше его. Это борода. Нормально. Все выходят своим ходом. Ты видел, что ты с машиной сделал? Манас! Новую морду только привали. Отпускай ребенка. Да дай поговорить ему. Поехали! Нормально, на позитиве, ребятки. Что это? Заключительные экипажи уже идут только на силе воли, на характере. Илюха на волевых. Готов. Лебедки. Видите, как подвеска зажалась, потому что тянет вниз.
все распрямилось, сейчас легче пойдет. 9 вольт и тянет, да? Нормально. Ой, кипит, да, греется. Всю машину, да. Они Павловской где-то заманили, понял, туда трассой. И в том месяце сейчас устроили. Стой! Ванханалию. Оттяни рукой. Ну что, нормально ощущение как? Илюх, бомба. Чё? Супер, ощущение. Так, куда вы... нам теперь выехать? А все, вы сходите? Ну все. А, ну вот сюда и выезжай. Вот, вот, дорога же. А что, вот кругом же, вон, объедете вот туда под ленточку. Да, да, вот туда он сейчас. Какой у вас номер, если что? 8-5. 8-5. Тоже сходите, да? 8-5 тоже сходит. 85-й тоже сходит. Все? Не успели до финиша, не надо было на этот круг ехать, но они приехали давно, они закипели и стояли. Поэтому вот надо за временем следить. Лучше лишний раз не рисковать, там минут за 15 заканчивать. Но тем не менее, все, к финишу пацанов. Нургали готовится. Нива открытая сейчас стартанет, там чуть ленточки перевяжут, две лужи откроют. И все. Калямба, готов? Че, как машина? Новый движок собрал опять? Нет еще. А, нет? Еще старый добиваем. Ну, сегодня точно машина все готова? Ну, да, не уверен. Приехал убивать мотор до конца. Да, нет, ну, короче, будем смотреть. Машина Гризли, экипаж. У нас, получается, сейчас осталась Нива открытая. Сейчас трассу перевяжут и стартуем. В целом, трассу очень сильно доработали, изменили, расширили. Подкопали там, где были узкие места, и поэтому трасса сейчас будет более... удобная. В общем, ждем старт и болеем, болеем. За кого болеем? За красную, конечно, болеем. За кого еще можем болеть? Так, давайте поинтервьюируем всех. Серега, экипаж 022, Даров, Хохотник. Что с машиной сегодня стало? Сцепление. Ну, ты просто так уверенно заехал, скатился и встал. Или до этого еще оно было выезжено? А, прям на том месте и все. Я понял. Передок порвал. Порвал передок? А, я что, тоже не заметил. Печалька. А где порвал? Посмотрите, девчонки, какие красивые босиком идут. Сапоги нужны. Что я спросил? Я там подумал. Там же где-то на бомбу, наверное. А, подпрыгнул, и все, все, и клацнул. Я понял. И потом на сцепление заводить. Ну, об тебя... Адыгея порвала тоже мост. Он в тебе в колесо уперся, да, и порвался. Ладно, пойду еще дальше поспрашиваю. Удачи в следующих гонках. В общем, два круга, раздатка лопнула, а заниженная, как всегда, расходится. Корпус лопнул. И все. И она даже не едет на трассу, потому что шестерни, получается, друг друга пытаются перемолоть. О, течет. Все, даже защитка у них есть, но... Видите, расходится, как всегда, крышка с одной стороны, это уже пройденная тема. Так что, Макс, лучше без занижения раздатка. Самая крепкая. Нива открытая стартовала. Сейчас отсюда они приедут. Там подъем, сюда и на вот этот спуск. То есть трассу кардинально переделали. Ой, а зачем вы сюда? А зачем вы сюда? А как вы потом? Ты не туда едешь. Так, мамба. Миша за рулем сегодня. Гризли. Ой. Какой интересный грунт.
Ламба выезжает, неправильно по траектории пошли. Да, 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 ну-ка заедет. Так, и там будет сейчас мокрый спуск. Готовится, блин, кого снимать? Все, отлично спустился Коля, Миша с Сашей. Ты чё? Ай-яй. Мощный, мощный чемпион. Нормально. Гризли спустился. Мамба встала в колею. Только лебедка. Ну-ка, спустился без проблем. Там уже лебедка, блин. Нет, здесь лебедка. Отлично расширил трассу Максим, организатор. Но здесь всегда было злое место. Ой, как прилип. Бедная черепаха, что ты тут делаешь? Зацепа нет. А, еще одна черепаха. Так, вижу, Димон поднимается на подъем. Не заехал сам. Не заехал. Пока только Нургали заехал. Шилка. Ну там у всех лебедка. Ах, Димон, ай, ладно, родная. Ух, выскочил как. Димон сказал, хорошая машина. Очень хорошо работает мотор. Не так, как у Симбы. Вот, в целом доволен покупкой. Зубастик. По траектории, ну-ки. Нет, не смог, не смог. Чтобы не рвать машину, будет на лебедке подниматься. А, сейчас еще приедет Умка на новых колесах. Своим ходом поднимается по траектории. Нет, не смог. Зубастик не смог. Почти. Долго нету красной. Шилка выезжает на лебедке. Ну там все лебедиться будут. По центру. А что-то с гуром как будто. Но тут без шансов. В колею Нуки упал. Упал в колею Нуки. И все. Дверь не закрыл Олег. Зубастик почти прошел хорошо, очень быстро, очень быстро.
Смотрим Умку. На квадроциклетной резине сегодня разрешили. Допустили. Смотрите, какая у него резина. Вот тебе резина. Вот тебе и раз. У пацанов могут быть проблемки, потому что нерезанная машина. Ты лучше всех заехал! Умка. Теперь интересно, пройдет своим ходом? Под крыло. Не, уперся зря. И тоже упал, получается, в колею Нургали, там, где сейчас красная была. Тоже копаем. Сложный подъем. Много воды. Он еще и без блокировки спереди. Неплохо. Вот такая резина у него, квадроциклетная. Это не сельхозка, поэтому можно. Да. Пацаны, аккуратненько, Нива Грин, она по 4 на 4. А там пробует на подъем второй раз Нургали. Где-то за... Все, поехал сам. Ну, короче, будут... Вот эта траектория самая злая пока. Самая лево! Ай, затянуло. Еще надо было. Еще левее, если поехал, можно было бы проехать. Упал в колею, получается. Давайте проедем, друзья! Ладно, не будем подсказывать. Да. Догоняет Шилка на второй круг. Получается первый Нургали. Видите, колея засасывает. Надо максимально еще левее. Вот сейчас будет Миша пробивать новую траекторию. А посмотрим. Не, без шансов. Везде одинаково. Но, по крайней мере, широко теперь. Там уже тоже накопали.
быстро проезжают, получается, этот круг. Минут за 5-7. Все, уже накопали. Почему-то только на лебедке. Умка второй раз поднялся сам. Я даже не успел повернуться. Он заехал на резине. Так что квадрорезина имеет преимущество. Валя, правее бери, правее! Правее, правее бери, правее! Шанс есть! Шанс есть! Шансов нет. Но Симон, как всегда, просто в окошечко вышел аккуратно и побежал. Мамба встала. Так, очень приятно, что за Красную Ниву болеют. Все спрашивают, почему не я в ней. Но продали мы машину. Но я ее, кстати, не вижу на трассе. Сейчас иду искать. Хочу напомнить, что под видео в описании есть все ссылки на телеграм-канал, на инстаграм, где вся актуальная информация, где все афиши, где реквизиты, как вы можете с нами связаться, то есть почта и так далее. И также там есть номер карточки, если вы хотите поддержать канал СКРД. Я собираю на новую камеру, я нашел красную, то можете кинуть ваш донатик. Всем отвечу, всем спасибо. А Димон заехал в прошлогоднюю Васину колею. Зарядки нет. Попробуй выехать, она вас сразу уже появится. Ну и что, у тебя титанат, хуй, да и все. А? Хуй, и все, оно должно появиться. Зарядки нет, я даже выделиться не могу. А, не тянет? А модуль? А? А модуль? Модуль? Модуль, да. Вот так вот. Зарядка. Сдохла. У нас Костянама тоже дохла иногда. Но потом сама восстанавливалась и ехала. Ну-ка, идет первый. Сразу готовит лебедку. Не хватает. Чуть-чуть буквально зацепил. И поехал. Рома красавчик, работает быстро. Подъезжает Шилка. Они едут в траекторию. Так, ну здесь ехал Туризм Лайт. По идее, левая сторона самая простая. О, другую траекторию занял, но нет. Надо было больше ходу. Эх, нет. Чё, Димон? Костян говорит, перебрал генератор. Сначала ремень не дал. Я видел, что ты без гура был. Так. Ну, первая гонка у пацанов на кочевнике. Не задалась. Ремень гура слетел, как Дима сказал. Я видел, что он тяжело поворачивал. И потом... вот. Нет зарядки. Почему-то с генератором проблемка. А эта фишка с генератора снимается? Конечно. У нас много экипажей нету давно. Много кого нету.
Машина не в воде, вот так вот. А, не, работает, смотрите, что-то, видимо, без блокировки заезжал. Показалось, что только морда. На тоненького. А вот и Умка. Долго не было, долго. Все ему сегодня предрекали порваться на этой резине. Он не рвется, но что-то в воде не тянет машина. Олег, пробуй назад, вы прилипли. Выезжает без блокировки. У Димона нет зарядки, поэтому не может победить. Ну-ка, очередной круг. Хотя бы мотор не в воде, уже хорошо. Не, по тут получше даже. Своим, сам вообще выехал. Отлично. Подходящая резина для этой грязи. У Нургали, как всегда, тачка, мощь, едет без проблем. Тоже не хочу пацанам подсказывать, лезть, потому что мало ли что будет. Просто если б назад сейчас отлепетились, тоже непонятно, хватит им аккумулятора или нет, а мотор будет в воде. Поэтому они повисли. Ну вот Димон тянется, я не знаю, что, Олег на месте сидит, походу просто не тянет лебедка. Гризли давно тоже не было. Отходи, вон машина. Здрасте. Нива Грин где-то рядом с кем-то проехался, поцарапался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было нехорошо. Ну-ка, и там проехал тоже, молодец. Смотри, там крен очень большой. Опасно, за кто с таким креном. Ну все, вот вам и могильник, так называемый, самая известная лужа. Ну, если бы ее не было, то Нивы бы, в принципе, была легкая трасса. Видите, у Шилки есть клюз, чтобы лебедиться назад, потому что кузов советский, имеет вот эту полочку. Поэтому пацаны назад сейчас лебедиться не может, потому что он будет прижимать. Клюз не сделали. Так. Но машина, по-моему, заглохла. Коля тоже стоит. Все четыре крутят, но
двигается, кстати, потихоньку лезет. Не заехал. Повис на раздатке. Надо назад. Я подошел перед гонкой к Олегу, говорю, как у вас машина? Он говорит, подготовили, но могли подготовить лучше. После второго этапа, по-моему, вообще ничего не делал. Я как дымит, троит, так и дымит. Так, Коля лебедится в бок. Прекрасная погода. Второй этап подряд, мы под дождиком. Дмитрий, канал «В мире внедорожников» с Анапы, тоже снимает почти все этапы. На меня зубастик опять зуб точит. Получше заехал, получше, кстати, уже без крена. Вот, тянутся назад, потому что есть клюк. Точнее, видите, у нового кузова нет этой бортика этого. Да, у меня одна красная в кадре будет, весь все видит. Плохо, надо было левее. О, КБР повис, смотрите, на пузе, там, где шилка висел. Здесь грунт такой, он очень сильно размывается. То есть зимой здесь стоит вода сплошняком. И кажется, как будто твердый грунт, твердая почва. Но она очень быстро, то есть она как намывная такая, как песок. И пару проездов, видите, какие колеи получаются. Ну, видели, как Дима выходил, да, мы по грудь там почти. Так что так. Шилка и Нива Грин. Там сейчас намытая колея, видите? Вот это вот место колеса Коли Гризли. Уступаем место. Да, вот прям в ту же колею упал, прям в ту же самую. Все колеи заняты, получается. Хотя можно проехать, попробовать между красной шилкой. Не, Коля тоже встал, не хватает ему вылезти. А шилка вылез. Видите, лебедка. Как-то почему-то в лебедке очень много, как она тянет. Может, как якорь работает, не знаю. А, якорь похоронили, все. Нет, так же не выйдет. У него бампер. Не, плохо. А все, там уже тоже не выезжают. Все стоят. Зубастик сегодня едет прям достойно.
будет прыгать в крайнюю правую полосу. Молодец, давно не занимал тумбочек. Ой, как хорошо. Отлично вообще. На трех колесах, молодчина. Отлично. Хорошо идут, мешают немножко Нива Грин. А, она лебедится влево, нет, не мешают. А? Ля, что творит? Красавчик. Сейчас быстро выскочит. Морду закинул, уже нету вот этой ступеньки препятствия. А, сейчас смотрите, что будет. Сейчас будет три колеса. Красавчик. Цепляет немножко резина за крыло, но тем не менее едет. Да? Сам. Вот теперь только лебедка пошла. Абсолютно нету страха ни перевернуться, ни чего-либо. Коля так же прилип, как и красная, просто сидят на морде в колее. Зацепа нету, получается, работаешь как бульдозер. Поэтому красная выехать не может, что не хватает зарядки. Ой, там в салоне вообще полный. Так. Перекопали все своими тракторами. Димон, короче, без якоря жить не может, да? О, пацаны тоже якорь закопали, вдвоем достают. Тоже сидят на колее. Ну-ка, их обходит, по-моему, на круг. А? Не забирает. Ну, пацанов научил якорь доставать. И проблема опять же лебежения. То есть смотрите, машина вниз стоит, лебедка у него еще ниже над землей. Тут бугор и лебедится он вниз. То есть получается, у него давление, трос уходит, так как грунт мягкий, трос уходит вниз, и он, получается, лебедится не вверх, а он машину тянет, пытается, как бы, получается, по физике вот в такой плоскости. И из-за этого очень сложно лебедить. Поэтому, как правило, иногда лебедят далеко, чтобы, получается, трос был на горку и максимально далеко уходил. То есть такой угол у него. Вот сейчас зацепился Симон подальше и в твердый грунт. Пошел. Во, правильно. И рулем правильно в сторону. Все четко. Якорь рабочий. Хоть и плоскость у него небольшая, но... Семен аккуратничает. Потому что на злой резине. И сейчас пары могут отлететь на раз-два, поэтому нужно ехать аккуратно. Так, ну все, они поехали. Гризли опять лебедится назад. Вот, красная по-прежнему там же. Ладно, пойдем посмотрим, что там на горке творится в самом начале. А вот это блок. Вот он цепляется на мягкий шакал. Тут отправляется трос, и он крутится. Рабочая схема. Вот катается Шилка, Умка, Нука,
Зубастик еще катается. Получается Нургали, Шилка, Умка и Зубастик. Кто-то из них вот приедет на полку, а кто-то останется четвертым местом. О! Так, это первая яма с подъемом от старта. Нука догнал Шилку. Тут же Нива Грин стоит с открытым капотом. Какой кошмар. И это все под капотом в ремнях. Нет, не зацепился. Какие-то тоже проблемы, Саша что-то по прибору. Что там кричит? Так, чё там, Анапский? Стартер. Ох, этот проклятый стартер. Самый... А Умка до сих пор стоит здесь. Все это время, когда пацаны выезжали, он стоял тут. И Нука, получается, обгоняет его еще на круг. Ой, а куда его Симон? Ой-ой-ой. Поплыла Шилка немножко. А Умка делает что-то непонятное и плохое. В том году эта яма была в два раза уже, и мы здесь лежали с Костяном. Все, встал. Догоняет Зубастик, который сегодня даже с
Целая морда. Я не буду отвлекать, потому что на меня штурман ругается, что я постоянно во время гонки беру интервью. Он надеется. Ой, как хорошо. Очень далеко проехал. Очень далеко проехал. Молодец. Ну, сегодня зубастик мощно едет. Погода такая у нас, ну хотя бы жары нету, солнца. Тут еще такие горки прям. Еще! Не порвался даже. Забирай. Лобовое изнутри мокрое, ничего не видно. Колесо висит. Он сейчас сам поедет. Все, дальше сам. Наехал на колесо, стой. Не-не-не, не надо. Ну что, резина вроде едет, да? Мотора, говорит, не хватает. И хочу еще вам, друзья, рассказать, так как гонки проходят 2 дня, завтра у нас категория туризм, спорт и экстрим. Я снимать не буду. Вот. К сожалению, не всегда есть возможность 2 выходных тратить на гонки. Вот. Я и сегодня-то попал с трудом сюда. Опоздал, но для вас хоть что-то снять, показать, как изменилась трасса. Прикольно, Макс изменил ее, расширил. Заканчиваем сегодняшнее видео. И в целом видео с 3-го этапа. Отлично провел время. Рад со всеми был увидеться, поздороваться. О, капельки падают. В общем, все. Давайте, как обычно, кто досмотрел до этого момента, капитальный красавчик. Прожелаем лайки, пишем комментарии. И советуем друзьям. Скоро увидимся на канале Эскердо Оффроуд.